Всем приветики. Когда-то давно-давно, когда я был еще совсем маленький, гулял по улице, я нашел такой вот ножик. Ну, не ножик, а такой сборный, как бы, набор инструментов, здесь всего хватает. Ну, я положил, у меня лежал, мне понравилось, что-то столько всего много, кто-то выкинул, типа, или потерял, но я забрал себе. А потом, когда я был чуть постарше, вот это было, уже чуть попозже, после нахождения, это я маленький был, а потом я стал постарше, поехал отдыхать в Крым, в Черноморск, и там увидел, продавался точно такой же нож, вот он, только новый. Эксклюзив, quality knife, эксклюзивный качественный нож, 11 всяких инструментов. Оно что здесь одинаково, и здесь описание этих инструментов, но на германском языке, и непонятно, что это значит. Вот, открываем, и вот в упаковочке, пакетики, вот он, такой же нож, вот он как здесь он, видно, что такое же, как бы вот оно, все такое же, только там старое, а здесь уже новое. Я купил, положил и забыл про него. Прошло, не знаю, сколько лет, 10, может, не знаю. Я сейчас вот лазил по вещам и нашел его, вот он лежит, такой весь новенький, красивенький ножик. Здесь просто такая сторона матовая, а здесь блестящая. Terrifying Waves. Вот такой вот ножик. Здесь набор инструментов. Ножик получается. Ножнички. Потом открывашки. Одна открывашка и вторая. Так, потом пилочка. Это получается у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5 инструментов. С этой стороны отверточка 6. Что тут еще? Открывашка типа для пробок шампанского. Здесь 5, 6, 7, 8, 9, 10. А где 11? Там написано 11 типа инструментов. Вот. Это получается у нас отвертка, открывашка для пробок, типа для вина вкручиваешь и тянешь, потом еще какая-то штука, не знаю для чего. Это тоже не знаю для чего, это типа, не знаю, может ногти торчить, такая штука. В итоге 1, 2, 3, 4, 5, 6 открывашка, 7, типа, по-моему, одинаковые, или может как-то различаются. Одна может для одних пробок, другая для других типа пробок. В итоге сколько тут? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это вот снизу. 6, 7, 8, 9 ножек. Ножнички 10. И там еще мы не достали. 11. Да, 11. Две пилочки. Вот они. Раз пилочка. По-моему, они одинаковые. Хотя нет, в одной, может быть, зубья как-то поближе стоят. Две пилочки. Одна, вторая. Открывашка для одного типа бутылки. Для другого. Ножик. Ножнички такие, типа. Прикольно. Так. И с этой стороны тоже куча всяких открывашек. Ну, по-моему, прикольная штука. Жалко, что еще нету здесь этих где-нибудь с этой стороны такой штучки, типа щипчиков, чтобы отстригать заусенцы. Вот все есть, только не хватает щипчиков. Здесь была бы какая-нибудь такая заостренная штучка сверху. Ну, здесь такая, как. Ну, чтобы здесь такая штучка была, и с этой стороны, и чисто такая нажималка. Было бы круто. Вот, а так думаю, повесить себе на ключи или куда-нибудь пользоваться, носить с собой. А то когда-то купил. И она у меня лежит, я ей не пользуюсь. А зачем тогда покупал? Надо пользоваться. А эту, которую я нашел, тоже выкинуть. Зачем? Зачем мне такая старая, ржавая, поломанная, когда у меня есть новая? Новую повешу, а эту, не знаю, выкину или отдам кому-нибудь. Вот. Такие дела. Как-то так. На этом все. Всем покедово.